Сотрудники правоохранительных органов подвели итоги своей работы в прошлом году. Если верить цифрам статистики, то 2012 прошел довольно неплохо, в том числе для самих полицейских. Денежное довольствие им было увеличено почти в 2 раза, а военная пенсия возросла в 1,5 раза. Уровень преступности по региону несколько сократился. Количество убийств, грабежей и разбойных нападений меньше, чем в 2011. Уровень раскрываемости преступлений по горячим следам вырос на 1,5%. Но есть и проблемы. Проблема, которая, наверное, главной осталась, это увеличение преступлений, совершенных на улицах, в общественных местах, особенно на почве пьянства. Это самая главная, наверное, наша беда. Мы находимся достаточно далеко в рейтинге российских регионов именно по вот этому показателю. По словам Александра Курылева, в регионе возросло количество ДТП по вине нетрезвых водителей. 140 аварий, 15 погибших и почти 200 пострадавших. И все из-за пьянства за рулем. Есть и более пугающие цифры. Самое удивительное, что доля пьяных женщин за рулем возросла в 2,5 раза. Что не может не удивлять, не настораживать. И, наверное, исходя из этого, у нас рост ДТП с участием детей, очень большой рост гибели детей. Ивановские чиновники готовы прийти на помощь сотрудникам полиции. Сейчас правительством региона разрабатывается специальная программа противодействия преступности. Уже в апреле этого года она будет вынесена на обсуждение. Анастасия Николаева, Олег Милюхин, РТВ Иваново.